Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про косметику для кошек. Любой хозяин знает, что нужно заботиться не только о физическом здоровье кошки, но и о ее внешности. Для этого существует специальная косметика для мяукающих питомцев. Каких видов она бывает, как правильно ее использовать? Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про косметику для кошек. Зачем кошкам нужна косметика? Она необходима для поддержания здоровья шерсти питомца. Правильный уход позволяет сохранить опрятный внешний вид кошки и избежать образования колтунов. Также косметика помогает справиться с различными кожными заболеваниями питомца. Кошачью косметику можно разделить на три группы: смываемая для водных процедур, несмываемая для сухой шерсти, точечная для устранения локальных загрязнений. Также отдельно выделяют профессиональную косметику для участников выставок и лечебную. Первая используется, чтобы подчеркнуть красоту меха, избавиться от омертвевших шерстинок и в целом привести животное в порядок. Лечебную косметику назначает ветеринар при проблемах с кожей, шерстью, зубами, глазами и ушами у питомца. Правильное использование косметики зависит от ее типа. Смываемые средства наносятся на некоторое время, а затем смываются водой или специальным очищающим шампунем. Несмываемая косметика наносится после мытья на сухую шерсть. Точечные средства используются для очистки ушей, глаз и локальных загрязнений на коже или шерсти, в том числе в интимных зонах. Если питомец не участвует в выставках и живет исключительно дома, то часто применять косметику не надо. Используйте точечные средства для глаз и ушей по мере необходимости. Длинношерстных и склонных к обильной линьке кошек купайте примерно 3 раза в год шампунем и бальзамом. Для восстановления шерсти и предотвращения колтунов периодически расчесывайте животное вместе со специальным спреем. Если у питомца проблемы с шерстью и кожей, для начала проконсультируйтесь с ветеринаром. Возможно, придется пропить лекарства и использовать лечебную косметику. Не купайте кошку слишком часто, это нарушит нормальную работу сальных желез. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы про косметику для кошек. Помните о них, если вы выбираете уходовые средства своему любимцу. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!